У максимально короткий термин оздоровить экономику стратных предприятий. Про это и шла говорка подчас круглого стола представников Совета Республики. На прикладе могилевских предприятий, Вяснянки и Строммашины постоянная комиссия по экономике, бюджете и финансам убачила, как на справе працуе процедура санации. Члены Совета Республики пришли до высновы, систему банкротства треба сделать простей. С середины 2015 года на предприятии «Строммашины» начался процесс санации. За час работы в новом режиме отрималось частково обновить вытворчасть и начать работать с рентабельностью. Стать на ноги, как кажут на предприятии, допомог двухгодовый контракт с «Беларусь-Калием». Мы изготавливаем свыше 2000 тонн тюбингов и отправляем, отгружаем на Петрика ежемесячно. Мы в большей степени на сегодняшний день восстановили то оборудование, которое вышло из эксплуатации, из-за поломок, из-за консервации. И оно сегодня работает, приносит доход. С початку санации предприятие легкой промысловости «Вяснянка» прошло 3 месяца. Вытворчасть загружена на 100%, не затримливают заробок. Поколь вырабляют продукцию с давальницкой сыровины, однако новые дизайнеры уже распрацевали уласные экспериментальные модели и рыхтуют их до демонстрации на выставах легкой промысловости. У будущем это дозволит перейти на уласную вытворчасть. Были привлечены прямые инвестиции в виде беспроцентного займа нашими акционерами, которые позволили стабилизировать положение, оптимизировать численность. Несмотря на то, что мы ужимали коллектив, у нас на сегодняшний день идет отбор, и мы приглашаем швей к себе на работу. Мы осознанно пошли на 2 предприятия, на Вяснянку и на завод «Строммашина», который находится в этом состоянии, для того, чтобы своими глазами увидеть, почувствовать и поговорить с людьми, которые бы могли там сказать, что конкретно они бы хотели. Ускорить, уменьшить, доверить. Спростить систему подачи заявы об банкротстве, скоротить термины – это пропановы представнику Совета Республики. Вертать стратное предприемство на ранейший узровень треба больше оперативно. Алена Соловьева, Александр Тарасов, новини региона.